Москва, 9 ю, РИА Новости. Почти 50 миллиметров осадков, то есть более половины месячной нормы, выпало в центре Москвы в воскресенье, что стало рекордом для 8 июля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Количество осадков очень различалось. Больше всего выпало в центре, на Балчуге, за сутки там выпало 49 миллиметров осадков, то есть больше половины месячной нормы, и это стало новым рекордом для 8 июля, сказала Позднякова РИА Новости в понедельник. Что касается остальных станций, то такого интенсивного дождя не было, отметила эксперт. Чуть больше выпало в Тушино, где за сутки выпало 16 миллиметров осадков, а на опорной станции ВДНХ выпало всего 5 миллиметров осадков, добавила Позднякова.